В австрийском, в австралийском зоопарке родился нюхль из фантастических тварей, где они обитают. Детеныш редкой австралийской ехидны появился на свет впервые за 29 лет. Вообще, после родов у ехидн на животе появляется такая сумочка, в которой, в общем-то, и лежит яйцо. Детеныш вылупляется в течение 10 дней. На опубликованных фотографиях малыш очень похож на героя фильма, снятого по одноименной книге и сценарию Джоан Роулинг. По описанию сказочный нюхль – это черное пушистое существо с длинным носом, одержимое блестящими вещицами. Ну а в животе у этого нюхля располагается кармашек, в который он складывает украденные предметы. Андер, знаете ли вы что-нибудь о магическом сообществе Америки? Мы не допускаем подобного. Эй, англичанин, а яйцо-то треснуло! Это все, кто сбежал из чемодана?